Қайырлы отандашлар, яйнымыз девам өте, Невбетек ұғысымны ярын баға білесіңіз. Доғыры ма? Доғыры, ярын. Доғыры, яқшы, мені сі девам өтем. Бүгін біз айттық, бұйық бір тақым бізім студиямызда болына жақ. Асында олар өзіні ансамбль дейлер. Демек, келіңіз бір әбелікте өгірінейік, насыл бұл ансамбль? Ер ансамблі. Яқшы, сабадан тұрғанда сіз нені көре білесіңіз, өлі тан елдізіні көре білесіңіз? Тан еді айтты, дозлар, бізім студиямызда есі тан елдізі ансамбілі. Гузел, енді бізім Қырым татар эстраданы мұйым парчасы олған. Енді бізім халқымыз арасында да севілген. Келініз, бұ ансамбіл насыл тешкілі олынды, зиманеви болі бір әркен, яни состав, ақындала фирсетейік. Чүнкі бізім студиямызда бұ гузел ансамбіл ве оның әлбетікі гузел Ребера, бізім субетімізге бұйрыңыз, ве бізім студиямызда Эльмира ханым Сейтмеметова, Қырымда нам қазанған санат әрбабы, Қырым Мундис ве педагогика университетінің дирижирование кафедрасының ойкен ойжасы, ве әлбетіке тан елдізі ансамблінің Ребера. Яқшы, мені сен қызларын тағдим етті. Эвет. Яқшы, ұзақтан башылайым. Эвет. Яқшы, бізім студиямызда Алия Аметова, Эльвира Аблаева, Анифе Курош ве Мирьям Мамутова. Тан елдізі ансамблінің іштіракчілері, ержылары. Селям алейкум, сабаш әбеніңізді болсын. Чөк мүмінің сізіні көрмеге, чөк сағыңыз келгеніз үчін болы әртте. Вешімді бізім студиямызда енді бір чөк ержылар бар еді. Олар айтты еділер ве айталар. Сесіміз әртте дау янмады. Бүгін біз бақыджамыз тан елдізі не вақыт ояна. Қызлар, асында сабаныз неден башлана, сабадан ерлайсыңыз мұ? Бөлі әдетлеріңіз бар мұ сабадан ерлама? Ну, утро, наверное, начинается всегда по-разному, зависит от ситуации. Если какой-то концертный день, то, конечно, это обязательно с утра репетиция, распевки. Это такое суматошное больше что-то. Если обычный учебный или рабочий день, то, наверное, тут все стандартно. Завтрак, сборы. Маршрутки, пробки, пары. Ерлайся на сабада? В такие дни, наверное, нет. В такие дни нет. Один вопрос сразу появляется. Концертный день и рабочий день – это разные дни? Ну, такой, знаете, день, когда вот есть концерт, когда нет концерта. Все, понятно. Эльмина ханым, енді біз айттық, тан елдізі, енді Қырымны мен білесем, іч бір концерті тан елдізі ансамблсіз кечмей. Бізім халқымыз оны яқшы біле, оның тарихы асында не вақыт башланды, қач яшында тан елдізі, вене үшін дұрсыз біле қарарға келдіңіз, біле гүзел қызлар ансамбліні тешкелетмек. Ве бағышыңызда қошаны, бұл тек қыз ансамблі, яда әвелісі анда, емді оғланларда ижра етті еділер. Мен шынды музыкалық терминлер айтайжам, өншен чоқ гүзел олмас татаржи айтсам, русчағы кечей, бағышлаңыз. Насыл сізге қалай? Вообще ансамбль был создан в 2006 году. Вот эти девочки, это уже четвертый состав девочек, да. Получается так, девочки выходят замуж и уже поют дома. У нас уже не получается. Ну, конечно, критерии высоки. Высокие критерии, потому что девочки поют не только эстрадную музыку, девочки поют академическую, классическую музыку и поют многоголосие. Вот в данный состав, это значит, вот возле меня сидят низкие голоса, то есть альты, это Анифе Мирьям, сопран, наоборот, извините, альты, это у меня Алие и Эльвира, и высокие голоса Мирьям и Анифе. При выборе, конечно, профессиональные качества имеют значение, потому что ансамбль, не каждый вокалист может петь в ансамбле. Я всегда говорю, в ансамбле в первую очередь должны быть уши. Вот четыре человека, это значит многоголосие, это четырехголосие. Поют. И все должны непременно слушать друг друга. Тембральные особенности, исходя из диапазона, мы выбираем произведение, какой диапазон, у кого какой голос, это все взаимосвязано. И, конечно, картинка. Наши девочки должны быть, вот видите, все стройные, красивые, потому что художественный образ, картинка на сцене, это тоже первостепенно. Вот таким образом, вот с 2006 года, вот эти две девочки у нас в этом году влились, значит, эти девочки у нас уже в этом году заканчивают магистратуру. Вот таким образом создается постоянно ансамбль. Ну,
Саусынлар, мы постоянно на плаву. Эльмира Ахтемовна, скажи, уже богатая история у коллектива. А были ли мальчики в составе? Нет, мальчиков не было. И у не нас только женский ансамбль Тангелдеза. И немножечко хочу сказать о Тангелдезе. Почему? Я долго думала, как же быть, как же назвать. Да, как пора корабль наш потом поплывет. Да. Тангелдезе. Восходящая звезда, она будет всегда восходить, восходить и восходить. Мы больше, конечно, склонны к утренней звезде. Девочки вот такие юные, красивые. Я думаю, очень красивое название. Ребят. Вот так и пошла. Мне очень нравится, что мы вахат тангелды за ерундан более ады, пейда олды. Йох, бу энде ерундан. Гузель ер, тангелды за паралдай, основным пек бегенен. Яхшы аңладық, бұл яңы тақым, мүмкін ойлайды маға, 4-ші тақым енді. Яхшы. Насыл қызлар ось ойлай келуіні қатырлайлар, насыл бұл тақымға келділер? Қызлар, сіз 3-ші да составда бар едіңіз, доғыры, сіз енді 3-ші, бөле бір план рус тілінде айтсақ, 4-ші да кештіңіз. Насыл сіз қатырлайсыңыз, мына сіз ансамбльге келдіңіз. Как вы помните, ваше первое впечатление, вот Эльмира Ахтемовна говорит, хочу, чтобы вы принимали участие в ансамбле Тангелдезе. Что это значило для вас? Для меня это было вообще что-то такое неожиданное, и я об этом даже вот никогда мечтать не могла. Вот в школьные годы, когда первый состав, я смотрела концерты по телевизору, пели эту песню «Эй, Гитлер», я настолько была под впечатлением и никогда не могла подумать, что я могу быть в этом составе. И придя на первый курс, когда после пары, после хора Эльмира Ахтемовна оставила меня на прослушивание, там настолько было столько эмоций, столько переживаний, что я даже, вот честно, не знала, какую спеть песню, потому что вот все из головы вылетело. Настолько я нервничала. Но сагулнас Эльмира Ахтемовне за то, что дала мне этот шанс, это куча возможностей, это... Я объездила весь мир с этим ансамблем, я многое увидела, это безграничный опыт, и я очень благодарна Эльмира Ахтемовне за это. Эркес айтаджах мунасыл, Эльвира. Я, правда, честно скажу, до группы я никогда не видела выступления, до того момента, как я попала в группу. Но также для меня это стало большой радостью, каким-то новым опытом, поэтому... Яхшы. Яш несы, да, молодое поколение, только-только пришедшие. Ну, признаться честно, у меня сестра Фериде была солисткой ансамбля группы Тангелдезе. Я очень долго задумывалась. Я параллельно, когда Фериде была в ансамбле, я училась в музыкальном училище имени Чайковского на фортепианном отделении. То есть я задумывалась на 4-м курсе, стоит ли продолжать все-таки фортепиано или же... Вот как-то, ну вот, душа звала к вокалу. И когда вот Эльмира Ахтемовна, ну я прошла, ну сказать так, вступительные экзамены в КИПУ, и Эльмира Ахтемовна познакомилась со мной более так ближе, я вот задумывалась о том, что действительно хочу стать солисткой, скорее всего, этого ансамбля. И когда уже осталась тоже та же самая история, после определенной пары на прослушивание, я поняла, что да, вот теперь ближайшие... годы я, наверное, свяжу свою жизнь с этим ансамблем. Я была очень рада, я и сейчас рада, потому что так сложилась моя жизнь. Анифе? Первый раз я услышала Тангелдезе на линейке 1 сентября в университете. Тогда мне очень понравилось их выступление, их песни, движения. Они сами мне очень понравились. И как бы я с того момента очень хотела попасть в эту группу, хотя до этого я сама пела сольно. И вот... Также Эльмира Ахтемовна ко мне вот в том году, где-то вот в октябре, наверное, подошла и сказала, что мы берем тебя в ансамбль. Вот. И тогда, конечно, у меня было... Большой неожиданность. Да, очень неожиданно было для меня. Я очень обрадовалась, мне очень было приятно, что они меня взяли. Яхшы, менде оле бір суаль бар. Эльмира ханым, оле бір суаль. Кешкен, 3-ші тақым, 5 қыздан ибарейді. Шынды есе дорт. Бешіншісі олажақ мы, беклейх мы, йоқ. Али пек беклейчен. Якшы олажақ, али чун мен алырым. Якшы, чоқ сал. Бүгін сана сөз берлер. Эльмира Ахтемовна, если говорить о факультете искусств Крымского инженерно-педагогического университета, он многогранный. Там есть не только вокалисты, есть инструментальники. Возможно ли, есть ли шансы, например, у человека, который занимается скрипкой, или, допустим, ну, наш народ очень талантливый, я допускаю, что какая-то девочка учится на факультете вообще инженерном, но
но тем не менее обладает прекрасным голосом. Может ли она прийти к вам и попробовать себя вот в роли, скажем так, певицы? Или конечно, безусловно. Если он талантлив, конечно, он талантлив во всем. Музыканты, любой инструменталист у нас и вокалист тоже. В народе это у нас и так слывет. Конечно, безусловно. Мне не обязательно, чтобы это были вокалисты или дирижеры. Самое главное, чтобы человек был талантлив. И командный, как вы уже сказали. Конечно, да. Чтобы чувствовал, чувство ансамбля должно быть, прежде всего. А вот такой вопрос. А много раз приходилось ли вам вообще отказывать? Вот приходит человек, вот очень хочет, но вот поскольку, нет. Да, как мы уже это... самый тяжелый момент моей жизни. Это почти постоянно. И я не могу, конечно, видеть, были и слезы. Конечно, очень хочется. Вот приходят студенты, они вокалисты, я их слушаю. У них хороший вокал, у них хорошее дыхание. Но, вы понимаете, иногда внешние данные, ну, уступают. И поэтому я не могу, и я обхожу эту тему как-то. Хорошо, мы подумаем, пока я не могу, пока посмотрим, ты занимайся. Вот таким образом, конечно, этические соображения... Тоже немаловажно. А с какой целью все-таки создавался ансамбль, раз и красота, и голос, мне просто интересно. Может, кого-то превзойти там мало, или какой-то коллектив? На мировой эстраде? Да. Вы знаете, что я хочу сказать? С какой целью? Нет, цели здесь не было. Я вообще всегда мечтала, когда еще училась в консерватории, жили в Узбекистане, мне всегда хотелось создать какой-то ансамбль. Или крымско-татарский хор. На самом деле, вот я сейчас и руковожу хором, поем фольклорные музыки. Но помимо этого, мне захотелось какое-то разнообразие. Вот, собрать состав девочек, да, чтобы мы попели еще и популярную музыку, современную музыку, эстрадную музыку. Это вот как-то так неожиданно пришло, и вот, вот так появился этот состав. А ваш репертуар, Эльмира Ахтановна, мы знаем, что у вас есть и песни, которые написаны специально для вашего ансамбля, в то же время народные. На какой больше делаете репертуар уклон? Почему именно на эти песни? Конечно, больше на крымско-татарском языке мы поем, и больше на фольклор крымско-татарский. Мы поем и современную музыку, потому что девочки выступают на разных площадках, на разных сценах, где больше всего молодежь. Им больше нравятся современные музыки. Мы объездили очень много стран. И там тоже не всегда понимают однообразную музыку, поэтому у нас в нашем репертуаре должна быть разная музыка, разные песни. В конце концов, уже даже и танцы. Девочки уже у нас появляются, и хореограф, уже девочки и танцуют. Поэтому ничего не стоит на месте, все движется вперед. А как на мировых площадках, вы уже сказали, немало объездили стран, реагируют вообще на крымско-татарское творчество, на крымско-татарских девушек, скажем так, что говорят? Да, очень хорошо реагируют, я с трудом их удерживаю, там сразу появляется куча поклонников, и сразу начинают мне их сватать. Поэтому, да, вот так тоже. И вот заметьте, это четвертый состав, все три состава вышли замуж. Но все вот просто... Почему я теряла девочек? Потому что они выходили замуж, и все. И они больше уже не пели, они пели только своим мужьям. И этот юхлаба. Да, 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 и колыбельные тоже. Не знаю, корректно ли это будет сейчас по отношению к девочкам, но мы знаем, что у любого ансамбля, который имеет долгую жизнь, есть золотой состав, как, например, у группы Виагры, да, тоже есть золотой состав. Есть ли у вас такой состав, который в вашей памяти запомнился как-то по-особенному? Знаете, я не хочу сейчас пока не обижать никого, вот эти девочки новые, но прошлый состав, вот две девочки там были, у меня еще были три девочки, вот как вы сказали, заметили. Вот Олежка очень следит плотно за вашим творчеством. Я просто давно там учусь, поэтому... Вот этот состав был, конечно, особенный, значимый. Вот я с ними ездила везде. Мы 6 лет были неразлучны. Да, вот этот состав у меня, конечно, был самый основной, такой фундаментальный состав. Ну, я думаю, вот девочки тоже влились, очень хорошие голоса, и поэтому у нас все получится. И верно. Да. Ну, все-таки, ну, мы заметили, мы новые голоса слышали, новые песни слышали, да, все-таки их уже много, или... А как вот предыдущий репертуар перезаписываете, или все-таки уже новый состав, новые песни? Новый состав, новые песни. Да, вы знаете, у нас недавно был концерт, я даже вызывала тех наших девочек из прошлых составов, и они исполняли свои песни уже с этими девочками, да, а наши новые девочки были только зрителями.
А сейчас уже новый репертуар. Из новых, это, если я не ошибаюсь, это Кельянама, да? Да, и сейчас еще одна. Акапельный, вот сейчас, сегодня они исполнят вам. Мы с нетерпением ждем этот сюрприз. Хорошо, вот многие по тем или иным причинам уходят, да, из состава. Состав меняется. Такой вопрос. Ну, Анифе сегодня сказала за сольную карьеру. То есть она была сольно, так сольно пела, а потом только пришла в коллектив, правильно? Да. А у меня такой вопрос. Планируете ли вы расстаться с коллективом, чтобы петь сольно? Знаете, мы никогда об этом не задумывались, потому что и не было желания. Мы привыкли друг к другу, мы заполняем сцену. Это всегда интереснее, чем сольный артист. Это всегда что-то новое. Ага. Все, у меня вопросов нет. До свидания. Хаслара, кто ваш кумир на современной эстраде, на крымско-татарской, либо на мировой, на кого равняетесь? Потому что, безусловно, для каждого артиста должен быть какой-то пример, с которым он, возможно, даже берет какие-то манеры поведения, манеры исполнения. Для вас кто кумир? Я думаю, у каждой девочки вот с детства есть какой-то кумир, да. И также у меня моим кумиром стала Селин Дион. После того, как я услышала песню «Титаник», с фильма «Титаник», мне очень тогда понравилось ее тембр, ее голос. Ну, сейчас, на данный момент, моими кумирами являются Бёрди и София Карлберг. Угу. Они зарубежные исполнители, у них очень красивый голос. Тембр схож с моим, поэтому как бы я душой к ним пригрелась. Вот, так. Молодец. А на крымско-татарской эстраде? На крымско-татарской эстраде мне нравится голос имени Мустафаевой. Угу. Также Джамалы, ну, как бы это уже не крымско-татарская эстрада, но все же. Угу. Вот. Яшин, дальше. Угу. Мерьем. Ну, что сказать по поводу, наверное, зарубежных кумиров. Это больше Тина Тернер, Элла Фицджеральд. Да, если так, не удивлюсь. Я увлекаюсь джазом, ну... Это если говорить про зарубежную. Если говорить про крымско-татарскую, то это Зарема Ханум. То есть в детстве, когда вокалом занималась, у меня Эльмира Ахтан сказала высокий, это потому что это длительная работа, вот полгода над высоким больше регистром. Но я альт, у меня низкий голос тоже, как у Эльвиры, как у девочек. Поэтому я вот слушала Зарему Ханум и перепевала все ее песни. Вот Ави Лимен, Гемилер, вот. Настолько мне нравилось ее творчество, настолько я пропитана, что даже вот как-то взрослые люди на меня смотрели, кажется, девочка такая маленькая, тут так басом практически. Интересно. Ну вот как-то так, саундс. А я очень люблю низкие голоса, поэтому на нашей крымско-татарской эстраде для меня лидером она является Урена Ханум Кеджикаева, ее голос очень люблю. Всегда даже в детстве, когда слушаешь, как-то вот пытаешься подражать, у меня похожий тембр, и вот очень люблю такие голоса низкие. Ну, у меня, в принципе, все те же предпочтения. Конечно же, с детства у меня был один кумир, это моя Биташка, которая всегда меня учила петь старинные песни. И, ну, в общем, она повлияла на мою дальнейшую карьеру, и вот, в принципе, девушки все слушают, я то же самое. Эльмира Ханум, планируете ли сделать большой концерт ансамбля? Потому что, как мы сказали, творчество вашего ансамбля уже далеко вышло за пределы университета, за пределы Крыма уже даже, скажем так. Планируете ли сделать большой концерт? Я уверена, что вам есть что показать, и прошлые составы, и новые. Есть что спеть. Да, есть что показать, спеть. Есть такие? Конечно, это наша мечта, но 2 года тому назад у нас уже был свой сольный концерт. Конечно, это не просто я планирую, вы знаете, что это от многих обстоятельств зависит. Да, ну, конечно, планирую и в скором времени. Мы очень надеемся, мы очень ждем. Да. Такой вопрос в конце, наверное, такой хороший вопрос должен быть. Все-таки скажите, пожалуйста, что для вас Тан Йылдызы? Мы уже как бы много раз слышали, но... Что для вас Тан Йылдызы? Я думаю, руководитель. Я думаю, что для девочек, наверное. Давайте, Тан Йылдызы – это наше все. Это наша семья вторая, это наше любимое дело, это исполнение каких-то наших желаний, потому что благодаря нашему ансамблю мы много увидели, много где побывали. Это большое количество новых знакомств. И, наверное, это как
такой способ самореализации каждого из нас, я так думаю. Чахсагамс. Эльмира Ахтамовна, сейчас ваши девочки приготовили для нас сюрприз, они его исполнят, но перед этим хотелось бы попросить, чтобы вы, как руководитель такого прекрасного ансамбля, как крымская татарка, как педагог, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? У вас сейчас есть такая возможность, буйрыныс. Урметли ватандашлар. Я, конечно, прежде всего желаю вам здоровья, мира в ваших семьях, мира в нашем родном Крыму. Всех благ. Ходите на наши концерты. Чахсагамыз. Кызлар, ну мы, конечно же, не можем вас отпустить без песни. Буйрыныс, пожалуйста, живое акапельное исполнение очень ценно. И мы с Али и наши телезрители с удовольствием послушаем. Чалатымнан тырнағы күмүштен алы, күмүштен алы. Чалатымнан тырнағы күмүштен алы, күмүштен алы. Хошуларда ич озурмас чөллер карталы, хошуларда ич озурмас чөллер карталы. Гүзелсің гүзел дағларын юже, юректе барсын тез шекері жел. Сендедір білем омрюмның сыры, ялына сенсің юрегім ері. Дүнияда барсын әл анақырым, сен менің бітмес түкенмес ерім. Ватаным хырым, милетым хырым, омрюм де хырым, түрін де хырым. Тавға бардым тав кесмеге, талды менім білегім. Тавға бардым тав кесмеге, талды менім білегім. Ойнамасам күлмесем, янар менім юрегім. Ойнамасам күлмесем, янар менім юрегім. Янар менім, янар менім, янар менім юрегім. Браво! Алғышлар, чоқсауыңыз қызлар, бөле гүзел бақшышыңыз үчін. Ве НССы Эльмира ханым сізге сауыңыз, бөле гүзел ансамбліңіздің тешкелеткеніңіз үчін. Ве біз эминіміз бұ ансамблінің келедегі парлақ, ве мұны сіз кумирлеріңіз ақында айттыңыз. Европа ве дүния эстраданыз сізің оладяқ мен эминім шына. Чоқсауыңыз келгеніңіз сафырлікке чағырғаныңыз үшін чоқсауыңыз. Сізге де чоқсауыңыз келгеніңіз үшін. Аллахыла кетірсін, күнлеріңіз яқшы кетсін ве еліклерде көрішейік иншаллах. Сайқылы достар, мен дабыр керек хатарлатам біздің студиямызда Тан Йылдызы ансамблі бұлынайды. Бөле ердан соң мен асында яйыны бітіріп әбге кетердім. Рахатланмаға. Ама Өлі бірі бәлікте сақлығымызға дихат айырайық.